Всем привет, любителям мифов и легенд. С вами, впрочем, и не важно. Я занимаюсь разгадкой мифов и легенд The Forest. Прошлый выпуск просто нельзя назвать простым. Он оказался просто клондайком полезных комментариев. Начнем с того, что под прошлым роликом зародилось настоящее обсуждение обо всем происходящем на острове. Тут люди и спорили, и ругались, а в итоге вовсе остались друзьями и вместе отправились изучать остров. Но ранним утром, где-то в 3-4 часа утра, под 12-м выпуском мифов и легенд, пользователь под никнеймом Такираки оставил свой комментарий с ссылкой, чем я благодарен, но который впоследствии я удалил. Что за комментарий это был, вы спросите? Увы, заскриншотить комментарий рук не дошло, а врать про то, что добыл эту информацию, я не стану. Признаюсь сразу, все полученные доводы не мои, но в ролике я выскажу и свою точку зрения по поводу расследования двух других пользователей, игравших в The Forest. Они, кстати, тоже из нашей стороны, так что проблем с непониманием, думаю, не возникнут. Ну что ж, поехали. Статья других русских расследователей слишком уж длинна. Я доложу вам ее намного короче и понятнее. Повторюсь, это не моя теория, а теория других людей. В общем, наш остров находится вблизи Канады, а точнее у Аляски. В далеком прошлом на остров упал некий урановый метеорит, который и образовал огромный кратер. Уже в самом начале есть подковырка. В природе не существует урановых метеоритов. Маловероятно, конечно, существование метеорита с присутствием в нем атомов урана, но чисто уранового метеорита поныне нет. Идем далее. На острове присутствовали некие поселенцы, впоследствии ставшие нашими аборигенами. В веке эдак 16-м на остров впервые вступили люди. Это были испанцы, которые принесли тонну религии на остров. Ведь в те далекие времена люди находились под влиянием веры, чем власти. В общем, испанцы наладили контакт с еще древними и дружелюбными туземцами и просветили их в религию, а те показали им загадочные таинственные пещеры. Год за годом, живя бок о бок с коренным населением, испанцы изменялись вместе с аборигенами. В общем, те погибшие тела в странной позе – это и есть испанцы, смерть которых пришла впоследствии радиоактивного заражения. В итоге испанцы оставили за собой якорь, только черт его знает, где их пропавший парусник. Также забросали остров и пещеры религии, и вскоре закрыли все пещеры досками и крестами, не зная, что такое радиация, и веря в ужасную и нечистую силу, тающуюся в пещерах. К 20 веку остров празднует год открытых дверей. Тут и шахтеры, пришедшие за канадским золотом, и альпинисты, которые хотят адреналина, и пришедшая по неизвестным причинам в 1982 году и яхта с неким мужиком и его женой, которые ищут пропавших детей. Да, кстати, та фотка на молоке – это 12-летний ребенок. В общем, остров становится еще и домом для ссылки детей, ведь тут ищут не только нашего Тимми и ребенка на молоке, а также еще парочку потерянных детей. Итог. Пассажиры с яхты хорошо узнали остров по зарисовкам испанцев и фотографиям альпинистов и шахтеров. Но в конце концов сами поплатили жизнью. Это и были их могилы на пляже и острове. Далее на остров пришла группа из 7 человек. Кстати, из всех 7 персон лишь одна осталась живых. В общем, именно они привезли операторские камеры, зафоткали все в пещерах. И когда по одному они стали пропадать, последний унес свои ноги с острова. Но как именно, история умалчивает, может он и спер парусник испанцев. Вернувшись, его посчитали психом и заперли в психушку. Проходит еще немалое количество времени, и наконец посетить остров довелось и нам с нашим сыном. Имя нашего персонажа Джеймс Бланк, а сына зовут Тимми Бланк. В итоге нашего сына крадет красный абориген, но абориген ли он на самом деле? В общем, за красного аборигена и считают того 12-летнего пропавшего парнишку, ведь он к 2000-м наверняка уже 30-летний мужик. Как когда-то предложил свою теорию некий Гоша, он оказался прав. Этот чудик взял нашего сына, думая, что все мертвы. В итоге остров забрал еще одного ребенка, Тимми Бланка. Да, кстати, авторы поста утверждают, что разбросанные по острову деньжата и мертвые тела юристов доводят их к мысли, что их за что-то казнили. Может, причиной тому стала неудачная афера или кража банка. А рисунок лесов олицетворяет справедливость. Кстати, на протяжении всего текста авторы не раз упоминали, что все люди, пришедшие на остров, имели свои цели и в итоге нашли свою смерть. К концу авторы входят в тупик, связанный с бункером, типа «он-то тут еще откуда?». Авторы строят связь бункера с грузовым кораблем, который привез сюда некие контейнеры, разбросанные по острову. И в конце они показывают некий скриншот, взятый из корневой папки игры. Это будущая модель Тимми, и нам нужно будет его кормить.
А также под эпилогом написаны слова благодарности разработчикам за тонко продуманный сюжет. Все. А теперь в дело вступает моя версия. Во-первых, откуда они с бухты-барахты взяли, что остров находится у Канады? Аборигены, туземцы просто категорически не выживали в суровых климатических поясах. Да, на острове не имеется экзотических пальм, как в тот же самом Stranded Deep. Но это не исключает того, что остров расположен на севере. В прошлом выпуске я привел достаточно доказательств на то, что остров расположен вблизи Австралии и Океании. Далее, про тот же кратер. В папках игры кратер помечен как... Правильнее будет карстовая воронка, которая, судя по своему происхождению, образуется путем внутренних изменений в геологическом строении земной коры. Шагаем дальше. На острове были испанцы для колонизации земель? Что могли корабли тех лет? Это только путешествовать по незамерзающим путям. И в те годы они точно не знали, что существует Канада, ведь на то время там практически никто и не проживал, вплоть до открытия Аляски Российской империи. Также откуда есть должная информация, что люди в костюмах — это юристы? Да, я сам выдвигал подобную теорию, но одновременно я и не согласен с ней. По-моему, тут две цепочки. Одна, они связаны с бункером, и причиной их смерти были каннибалы. Вторая, они также связаны с бункером и правительством, но их убили такие же люди, подобные им. Мало ли они что-то рассекретили или провернули ту же аферу, что рассказали авторы статьи. И почему этот бункер связан с грузовым кораблем, если только на грузовом корабле осуществлялся привоз материалов и приборов, но опять же, нет доказательств. В общем, вся эта статья лишь сплошная теория, а таких у нас было не раз. Да, авторы статьи хорошо постарались и наверняка облазили все потайные места The Forest, и их доводы, а также ваши доводы, вместе с моими теориями, может и найдут последний недостающий пазл. Самое главное, что картинка начинает проясняться, и тайное скоро станет явно. Может, всех этих детей держат в этом закрытом бункере? Непонятно. Также все прибывшие на остров с какой-либо целью погибли по неизвестным обстоятельствам. Напротив, наш главный герой случайно попал на остров. А как известно, случайности не случайны. Ну что ж, ребята, спасибо, что досмотрели видео до конца, а теперь ответы к вашим некоторым комментариям. Вообще-то на верхушках всех возвышенностей образуется снежный покров. Я не говорил, что самолет летел на 10 метрах. Разве пилоты не могли увидеть верхушки деревьев? Ну ладно, или хотя бы гору. Многие писали подобный комментарий, и я знал, что вы его напишете. Но тогда для чего рацию добавили в синглплеер? Возможно, мы будем по этой рации общаться с Тимми или даже с красным аборигеном, если найдем его. Степан разгадал тайну. Как я уже сказал, под прошлым видео зародилось настоящее обсуждение по поводу сюжета Форреста. Там несколько людей выдвинули свою, иную теорию, связанную с пришельцами и НЛО. Можете прочитать их теорию, а мой отзыв к этой теории, ну, недостаточно доказательств. Такая теория начала выдвигаться еще с самого начала игры, то есть с ее выпуска, ведь тогда сюжетообразующих предметов не было. Ну что ж, спасибо за ваши комментарии, выдвигайте еще больше ваших собственных теорий, ведь кто знает, может, ваша теория и окажется истиной. Спасибо, пока!